Всем привет, друзья! С вами полуторайюбилейный выпуск Аквамена. И сегодня мы будем делать одну занятную штукенцию. Суть в том, что когда вы доливаете воду в аквариум, неизбежно что-то у вас может размыться. То есть струя воды у вас что-нибудь там смоет. Сегодняшний девайс как раз таки нужен для того, чтобы эту струю воды распределять равномерно. Итак, нам нужна доска, на которой будем резать, кусок пластика, линейка, нож, карандаш и фен строительный. Для начала вырежем прямоугольник из пластика. Опять я показываю концепт, концептуальную модель, потому что размеры аквариума разные и высота тоже разная. И струя воды разная у каждого. Посмотрите, как это делается. Прикиньте и сделайте идеальную вещь для своего аквариума. Сейчас я размечаю линии перегибов. Все вот отрезали. Размечаем с двух сторон. Так, теперь нам нужно на вот этой гигантской большой площади, большом прямоугольнике, участке наметить примерно расположение отверстий. Отверстия слишком огромными делать не стоит, потому что устройство теряет всякий смысл. Слишком маленькие тоже, я думаю, не стоит заморачиваться. В моем случае длина отверстия была 2 сантиметра, ширина была 0,5 сантиметра. Вот я тут размечаю их. Можете в любом порядке рисовать их, любые узоры, то вам только придет в голову. Разметив, приступаем к вырубке наших отверстий. Я этот процесс вырежу и покажу уже изделия с готовыми отверстиями. Вырезал я недолго, минут 20. Вот такие отверстия у нас получились. Теперь линии. Стрелочками я показал те линии, на которых мы будем делать небольшой паз. Паз нужен для того, чтобы по этой линии при нагревании пластик согнулся. На одной стороне делаем две линии. Вы все это сами видите прекрасно. Глубокий паз лучше не делать. Вот видим небольшие такие углубления. Переворачиваем и делаем паз на третьей линии. Почему на разных сторонах? Потому что в разные стороны будет загибаться. Паз у нас должен быть внутри изгиба. Так, приступаем. Первый наш изгиб. Вот мы греем паз, прогреваем и сгибаем. Почти вплотную сгибаем.
ждем, пока пластик чуть-чуть остынет, затвердеет. Греем второй паз, он будет у нас внутренний, и сгибаем где-то на 90 градусов примерно. И, собственно, третий паз греем, тоже сгибаем. Так, вот такая у нас достопримечательность получилась. Все надежно, никакого клея. Сейчас покажу, как это работает. Наш держатель для крышки. Обычная вода, льем. Видим, что ничего у нас не размыло. Из другого ракурса наливаем. Все работает. Замечательно. Можно наливать с ведра, со шланга, со стакана, с бутылки. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал.